Здравствуйте. Тема сегодняшней лекции – пациент-центрированный уход. Подумайте, пожалуйста, какие ассоциации у вас приходят при выражении «пациент-центрированный уход»? Ученые Маслоу, Роджерс, Франк в 1959 году написали статью, в которой говорилось о том, что каждый человек уникален физически и психически, и не похож на другого. Я думаю, вы полностью с этим выражением согласны. Это и есть ценность, говорили они. Человек должен полагаться на свою уникальность и сам в первую очередь ценить это. Как вы видите, это выражение актуально и сейчас. Сегодня мы с вами разберем три вопроса. Первый. Пациент-центрированный уход. Определение преимущества. Второе. Техники постановки вопросов, виды вопросов и способы их формирования. И третий вопрос – это ассертивность, алгоритм ассертивного поведения. По окончании лекции вы будете способны продемонстрировать знания и базовые навыки пациент-центрированного консультирования. Вы будете демонстрировать применение открытых вопросов, демонстрировать навыки взаимодействия с агрессивным пациентом и навыки ассертивного поведения. Давайте разберем первый вопрос. Что же такое пациент-центрированный уход, определение и преимущества этого ухода? Для этого я предлагаю вам посмотреть видео. Милицию надо вызывать. Это что? Ну что, перезапишите меня на другое время. На сентябрь месяц запись закончена. Что? На октябрь меня запишите. Я больше не помню, о чем говорить. Вы не хотите меня записывать? Я с вами закончила, я вам все сказала. Все. Скажите свою фамилию, имя, отчество. До свидания, молодой человек. Я в книгу жалоб предложений должен написать. Вот и напишите, обратился какой... в регистратуру, отказались записать. Все. Сотрудник Пупкин мне отказал записать. Сотрудники регистратуры. Вы можете назвать свою фамилию, имя и отчество? Я вам вас многого не прошу. Вы обслуживающий персонал, вы деньги получаете. Вам зарплату платят с моих денег. С налогов, которые я плачу, да. И вы еще вот так вот по-хамски ко мне относитесь. Я вам представляться не собираюсь. 328-й, заведующий, идите разбирайтесь. Вы не нервничайте, назовите просто свою фамилию, имя и отчество. И запишите меня. Нет, не понимаю. Я очередь отстоял, подошел и свой вопрос задаю. Значит, надо сейчас в больницу вызову сюда. А вы что кричите? Если вы не понимаете русского языка. Вы кто? Дед, вы кто? Вот так относитесь в больнице. Вы отдайтесь отсюда и дайте нам работать! Я спокойно подхожу и просто спрашиваю фамилию, имя, отчество и прошу меня записать. Вы уже все на все ваши вопросы? На какие? Или сколько вам нужно раз объяснять? Мне фамилию не назвали, записать меня не хотят. Какие и вопросы? Не назовем фамилии и не будем почему называть фамилии. Идите к заведующей, почему узнавайте, делайте что хотите, идите. Почему вы на меня кричите? Вы кто? Да никто! Ну отойдите тогда в сторонку. Я вот с женщиной дайте общаюсь, работать, с которой я отстоял очередь. Вы не даете работать! Пока меня не перезапишут, я буду стоять здесь. Ну стойте. Ой, блин. Милиция, я хочу вот от этой женщины узнать фамилию, имя, отчество. Она же является сотрудником все-таки. Вот да? Я являюсь. Регистратура. Что за учреждение все-таки она является, правильно? Что, глупость какую? Она получает зарплату из наших денег. И она не может назвать фамилию, имя, отчество? Слушай, надо милицию вызывать. Вызывайте милицию. Какой кабинет у главврача, вы сказали? 328-й, заведующая. Узкими специалистами, да, верно? Как вы поняли, все происходит в обычной поликлинике, в регистратуре. К сожалению, такие случаи у нас нередки и встречаются сейчас в повседневной жизни. Проведены исследования касаемо этой проблемы, то есть проблемы коммуникации в структуре причин неблагоприятных медицинских исходов занимают первое место. Это почти 70%. То есть актуальность этой проблемы была и раньше, сохраняется и сейчас. Какие же проблемы существуют? В первую очередь это низкая удовлетворенность пациентов. Почему пациенты сейчас не удовлетворены той помощью, которую оказывают медицинские работники? Все это приводит к низкой приверженности к лечению. То есть пациент, если он не удовлетворен, то он не будет выполнять те рекомендации, которые ему назначили в поликлинике или в больнице.
Что же такое пациент-центрированный уход? Это подход, который основывается на взаимовыгодном партнерстве пациентов, семьи и медицинских работников. То есть пациент является в этом подходе равным участником лечебного процесса, он активный участник, а не пассивный исполнитель. Как вы видите, здесь в этом подходе большое внимание уделяется и семьям, и медицинским работникам. Это не один медицинский работник, а их несколько. Это и медицинские сестры, и врачи разных специальностей. То есть при пациент-центрированном подходе ожидается от медицинского работника партнерских отношений к пациенту. Чем же отличается традиционная модель от пациент-центрированной? При традиционной модели медицинская помощь была организована вокруг потребностей медицинского работника, которые фокусировались на болезнях, технологиях и научных данных, хотя мы знаем, что фокусироваться нужно не на болезнях, а на больном. Редко вовлекали пациентов или их семьи в управление здоровьем. То есть больной сам по себе, семьи к этому отношения не имели. Недооценивали при этой модели важность межличностных отношений. Что же происходит при пациент-центрированной модели? Эта модель повышает удовлетворенность пациентов, потому что пациенты сами вовлечены в процесс. При этой модели поощряется партнерство и сотрудничество, работа в команде. Работают здесь члены семьи, сами пациенты и медицинские работники. Их несколько, как я уже говорила. Пациент-центрированная модель затратная, но эффективная. И при этой модели повышается качество и безопасность помощи. Существует 4 базовые концепции при пациент-центрированной модели. Первое – это достоинство и уважение. Что это значит? То есть медицинские работники слушают, умеют услышать больного, уважают взгляды и выбор пациента. И в свою очередь от пациентов тоже требуется уважение к медицинским работникам. Второе – обмен информацией. То есть пациенты при этой модели получают своевременную, полную и точную информацию. Третье – это участие. Пациенты и их семьи участвуют на том уровне и в том объеме, который они выберут. Следующее – это сотрудничество. Пациенты и их семьи, медицинские работники и организаторы здравоохранения сотрудничают в разработке политики и программ. И, конечно же, большое значение отводится холистическому подходу. То есть, как я уже говорила, нужно обращать внимание не на болезнь и лечить не болезнь, а больного. Сейчас у нас больные могут иметь несколько заболеваний. Конечно же, большая роль отводится командной работе. Что происходит у нас сегодня? Пациенты к нам приходят осведомленные. Очень много информации они могут получить с интернета и с других источников. Сбор данных происходит с электронных медицинских устройств, может происходить. Приборы существуют для дистанционного наблюдения. Телемедицина у нас очень хорошо развивается. 3D-печать, биопринтеры, персонализированная медицина, биотехнологии очень хорошо развиваются сейчас. Электронные истории болезни, экзоскелеты. То есть медицина у нас очень хорошо развивается. Что же будет завтра? Несколько примеров приведу. Генная терапия, робототехнические технологии будут развиваться и дальше. Нейрочипы, искусственный интеллект, телемедицина еще более будет развиваться. Расшифровка генома, молекулярная фармакология. То есть все это говорит о том, что применение пациент-центрированной модели неизбежно. Далее мы переходим с вами ко второму вопросу – техники постановки вопросов, виды вопросов и способы их формирования. Скажите, пожалуйста, задаете ли вы вопросы? Наверное, да. Задумывались ли вы над тем, какие вопросы вы задаете? Приведу классификацию вопросов. Существуют открытые, закрытые и альтернативные вопросы. Что же такое открытые вопросы? Это вопросы, которые предполагают развернутый ответ. То есть начинаются с вопросов
со слов «что», «как», «каким образом», «при каких условиях», «почему». Например, когда пациент приходит к врачу, то врач ему задает вопрос «что вас беспокоит?». Это открытый вопрос. Закрытые вопросы, они предполагают однозначный ответ, например, ответ «да» или «нет». Врач задает больному такой вопрос. «Принимали вы вчера лекарства?» Он отвечает, если не принимал, нет, если принимал, то да. И альтернативные вопросы, где в формулировке содержатся варианты ответов. Приходили вы вчера на прием или нет? Какие можно привести примеры при разных подходах? Традиционный или врач-центрированный подход. Разберем с вами, когда больной приходит к врачу, врач у него в первую очередь спрашивает, то есть задает открытый вопрос, что привело вас сегодня. Больной отвечает, у меня болит голова. Дальше врач занимается тем, что детализирует эту жалобу, то есть боль. Где именно болит, как долго болит, что вы принимали, чтобы снять боль. Это традиционная врач-центрированная модель, где все детализируется и ставится диагноз. Что же изменилось, что изменится при пациент-центрированном подходе? Начинается так же, врач задает открытый вопрос, больной отвечает, у меня болит голова. Далее предлагается задать вопрос, что еще вас беспокоит? Больной подумает и может ответить, ну, плохо сплю. Врач спрашивает, что-нибудь еще? Больной отвечает, меня очень беспокоит мой сын, он наркоман. То есть вот вам причина, по которой, из-за которой больной приходит к врачу. И при пациент-центрированном подходе предлагается говорить, что еще. Далее мы переходим к третьему вопросу. Ассертивность, алгоритм ассертивного поведения. Давайте вспомним видео, которое мы с вами просмотрели. Там больного отправляют к заведующему отделению. Если вы заведующий отделениями, что вы будете действовать при общении с этим пациентом? То есть можно, наверное, применить ассертивное поведение. Что означает ассертивность? Переводится с английского «отстаивать свои права». Это свобода от чужой воли, самоопределенность. Это когда ты делаешь то, что ты хочешь, ни в чем не ущемляя окружающих людей, без враждебности и самозащиты. Далее мы предлагаем алгоритм взаимодействия с агрессивным пациентом. Если приходит к вам агрессивный пациент, в первую очередь вы должны его поприветствовать. Мы это, надеюсь, делаем. Далее спросить имя. Мы тоже это делаем, но дальше называть нужно его по имени. Предложить присесть, установить оптимальную дистанцию. Если больной агрессивный не хочет садиться, тогда мы встаем сами. Далее задаем открытый вопрос. Например, что случилось? Дальше мы слушаем, но слушаем не просто, а используем активное слушание. Проявляем эмпатию. Что такое эмпатия? Это сострадание в переводе означает, после того, как мы выслушали, мы пересказываем вкратце то, что услышали от пациента. Далее мы предлагаем решение, выбор или альтернативу. Повторяем минимум 2 раза. Называется этот прием «заезженная пластинка». Обычно до 3-го раза не доходит. Предъявляем ультиматум. И при взаимодействии с агрессивным пациентом мы используем местоимение «я». В фильме, в видео, которое мы с вами просмотрели, можно было применить вот этот алгоритм. Какие же ситуации требуют ассертивного поведения? Это когда необходимо настоять на своем, вежливо, но твердо отказать, не унизив себя, не обидев собеседника. Таким образом, мы с вами разобрали 3 вопроса. Это что такое пациент-центрированный уход? 2. Это техники постановки вопросов. Какие вопросы есть? И 3. Ассертивность, алгоритм ассертивного поведения. Далее я хотела бы, чтобы вы вспомнили 3 ценных факта, которые вы сегодня узнали, 1 идею, которую вы будете использовать,
одно утверждение, с которым вы не согласны, и один неясный вопрос. У меня все. Спасибо. До свидания.